OMTV.ua, про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Любой человек имеет право на ошибку, но человек не имеет права на вранье, не может себе позволить это делать. И пока вот очень сильно, больно, кувалдой, как сейчас в интернете, по рукам или по голове не долбанут таким людям, вряд ли эти ошибки будут быстро исправлены. Конечно, я чувствую ответственность за это безобразие. А если бы я не чувствовал, вы бы ничего не знали. В китайском языке есть удивительное понятие – «шэн юй». Впрочем, не только в китайском. Оно есть почти в любом языке и не переводится только на современный русский. Хотя еще в царской России с ним были хорошо знакомы. Это понятие затрагивает явления самого разного масштаба – от каждодневной жизни до отношений между нациями. Более того, в здоровом обществе это один из фундаментальных инструментов, обеспечивающий его нормальное существование. Если бы кто-то спросил Лао Цзы, в чем заключается суть Шэн Юй, то он наверняка бы ответил так. «Человек подобен пустому высокому кувшину, а каждый достойный поступок – капля меда. Нужно много времени и много капель, чтобы наполнить кувшин до краев, и его содержимое стало, видимо, окружающим. Мед испаряется на солнце, и чтобы кувшин всегда был полон, новые капли должны литься в него беспрестанно. Недостойный поступок походит на пригоршню навоза. Даже если меда в кувшине много, а пригоршня навоза всего одна, его запах будет слышен издалека. Когда навоз смешивается в кувшине с медом, весь мед становится равным навозу. Только тот, кто умирает от голода или сошел с ума, будет пить из этого кувшина. Проще говоря, когда человек говорит правду, выполняет свои обещания и соблюдает принятые в обществе законы и обычаи, у него со временем появляется хорошее Шэн Юй. И напротив, когда человек обещает что-то сделать и не делает, потому что даже не собирался или не способен на это, говорит нечто заведомо лживое, желая ввести других в заблуждение, ворует у других или совершает другие постыдные поступки, его Шэн Юй становится плохим вне зависимости от сделанных ранее добрых дел. А теперь о том, почему это понятие так бесконечно далеко от нас. Не знаю, что послужило этому причиной, но когда правительство больше 10 раз за год рассказывает нам, что мы нащупали дно кризиса, когда Министерство обороны выдвигает одну неправдоподобную версию гибели малайзийского Боинга за другой, когда президент год за годом обещает удвоить ВВП и победить коррупцию, когда чиновников ловят за руку на воровстве, а они отделываются смешными отговорками, когда наши спортсмены массово пользуются допингом, когда военные утверждают, что их не было в Крыму и нет в Украине, а потом получают боевые медали, когда телеведущие рассказывают нам страшные сказки про распятых мальчиков, когда прокурора уличают в связях с бандитами, это значит, что дерьмо льется в их кувшины рекой. Но это их проблема. Наша проблема в том, что мы хлебаем из этих кувшинов с причмокиванием. Зажимаем нос, чтобы поменьше смердело, и хлебаем. Меда в них остается все меньше, дерьма становится все больше. Но нас это уже не смущает. Мы привыкли, а некоторые из нас даже вошли во вкус. Мы за Путина. А почему? Потому что это наш президент. Даже наиболее адекватные упорно прикладываются к этой адской смеси, чтобы в очередной раз воскликнуть. «Да это же дерьмо! Мы же говорили! Неужели вы не чувствуете?» И слышат в ответ. «А вы хорошо распробовали? Проверьте еще разок!» С голода мы пока не умираем, ни в прямом, ни в переносном смысле. Да и кувшинов у нас 140 миллионов. Но мы почему-то никак не можем оторваться от потока зловонной жижи. От нас самих уже давно воняет, поэтому все нормальные люди вокруг смотрят на нас с жалостью и омерзением, как на сумасшедших. Друзья,
Не забывайте про лайки и комментарии. Канал существует благодаря вам. Стать спонсором OMTV можно на Patreon. Ссылка в описании под видео. В русском языке, когда он был могучим и великим, когда на нем разговаривали ученые и поэты, купцы и военные, ремесленники и аристократы, было одно слово, сходное по смыслу с Шэнь-Юй. К сожалению, звучание его ныне забыто, а смысл полностью утрачен. Попробуйте его вспомнить. Вспоминайте его каждый раз, когда вам рассказывают про грандиозные планы, великие достижения и неопровержимое доказательство. Это избавит вас как от ошибки всему верить, так и от необходимости все проверять. Вы не обязаны опровергать раз за разом чью-то ложь. Достаточно уличить человека во лжи всего один раз, чтобы навсегда перестать его слушать. Достаточно один раз поймать на воровстве, чтобы никогда больше не доверять ничего ценного. У нас ведь было это слово, и оно значило очень много. Может быть, вы его все-таки вспомните? Честь имею. Ну, я чем больше работаю, тем больше всяких у меня терминов появляется интересных. Сингулярность – это хорошее слово. Скажу, буду выглядеть приличным человеком. Значит, и Конфуция здесь правильно вспомнили. Если цель кажется недостижимой, не меняйте цель, меняйте подходы к ее достижению. Примерно так, да? Вот я вспомнил в этой связи другую китайскую. Это не поговорка, это значит, Конфуция, а поговорка. Китайский народ мудрый, древний. Вот одна из поговорок звучит так. Если, чтобы видеть дальше, нужно подняться выше. И там умом своим становится еще выше. Вот в этой связи что бы хотел сказать? Да, факторов неопределенности становится все больше и больше. Но это не должно нас пугать. Потому что если мы хотим видеть конечную цель, нужно просто подняться самим на такой уровень, с которого будет эта цель видна. И когда он с Тудова глянет вниз на людей, так они ему покажутся, кажутся такие махонькие-махонькие. В Кремле прокомментировали угрозы в адрес Путина со стороны украинских властей. Песков заявил, что террористический режим говорит о своих террористических устремлениях. Подчеркнул, что российские службы безопасности знают свою работу и знают, что они делают. Не гнушается Киев и терроризмом ядерным. ФСБ задержало диверсантов, готовивших теракты на российских атомных электростанциях. Планы украинской разведки были, мягко говоря, масштабные. Диверсии на российских ядерных объектах, а именно на Ленинградской и Калининской АЭС. Мы сейчас разместили, считайте, ядерное оружие на территории Беларуси. Это важный шаг. Оружие тактическое. Но этого мало. Верит ли премьер-министр Польши или министр обороны Польши, что в случае атаки на Белоруссию мы применим тактическое ядерное оружие? Я уверен, что не верит. Во-первых, нам это не позволяет наша доктрина. То есть наша доктрина носит, так же как китайская, оборонительный характер. То есть или ответ на встречный удар, или в случае, когда разваливается страна, то есть угроза самой стране уже идет нашей. Тот же Белгород, то есть... Где